народ! Всем привет! Ну что, ребят, мы выехали в Конаково. Посмотрим, что там Мишка поймает. Собирается участвовать, машину выиграть. Ага. Пусть победит сильнейший. Да. Но мы на финал заготовили серьезную рыбу. Уже договорились, она нам клюдит. Да. Все будет хорошо. Что мало помогаю, что занят вечерами ерундой. Я чертиков кручу, крючки паяю, зато я рыбку приношу домой. Ах, ёршики мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. 2760 место. Это не место. Это вместилище. Вот так вот закройся. Блистают белизною сугробы у кустов. Над лункой ледяною склонился рыболов. Морозен воздух синий и стынет даль реки. Покрыл мохнатый иней сухие тростники. По берегу крутая тропа уходит в бор. И лыжники слетают с высоких снежных гор. Морозец нынче знатный, кружит поземки пыль. У рыбака насадка рубиновый мотыль. Не страшны рыболовам ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводят у лунок рыбаки. Вот тронул кто-то смело послушный поплавок. Рыбак привстал и сделал стремительный рывок. Знакомая поклевка, так окунь лишь берет. Рыбак легко и ловко поднял его на лед. Большой, спина крутая, попал на мотыля. С него вода слетает, как блестки хрусталя. Кругом лежит мороша, морозит все сильней. Сегодня клев хороший, красавцев окуней. Не страшны рыболовам ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводят у лунок рыбаки. Не страшны рыболовам ни дождь, ни летний зной, ни лютый зимний холод, ни ветер ледяной. И при любой погоде на гладком льду реки свой выходной проводят у лунок рыбаки. Ребят, ну что, народ разбежался, вот он, по всей акватории разошелся. Вот так вот. Разбежался народ. Мишка где-то там машину выигрывает. Вот. Ну а мы... Я сейчас жду семейство свое, и мы поедем тоже ловить рыбку. Ну что, ребят, вот. Сидим, ловим. Вот такая у нас удочка. Сама ловит. Правда, ничего не ловится еще. Ну что ж, народ, мы ищем место. Место найти достаточно сложно. Вот, потому как большая территория, выбор огромный, а как известно, выбрать всегда очень сложно. Вот. Ну вот, решили, что пойдем вот сюда. Сядем вот здесь. И
будем именно в этом месте пытать наше счастье. Пытать его сильно не будем, а то оно убежит. Как настроение? Так, отлично, рыбу ловлю. Сейчас поймаю как. А где рыба? А у вас где рыба? А? Я-то вот только сел 20 минут. Как. Пока ни у кого рыбы не видно. А что такое-то? Это у меня удочка, видишь, руки в тепле, а она ловит сама. Не может такого быть. Что-то не может. Вон, видишь, у нее тремор какой качественный. Это что? Сама это... ловит. Да, это ее коленка дрыгает. Сама подсекает? Не, подсекает не сама, играется. Ага, а что-то не увидать. А, вот так пошло. Вибратор, значит. Разные регулируются, разные режимы играются, понятно. Под разную рыбу разная игра. На какой глубине настраивать, да? Мишаня, сдавай Мурку по 100 рублей за фотку. Мы сейчас с тобой еще на машине уедем, даже выигрывать ту не будем. Ладно, МЧС бесплатно. А мы ее на финал принесем, что? На взвешивание принесем ее. Учитесь, Мишка Мурку поймал, он какую. Хорошая Мурка, хорошая. Ну ты ее закрываешь варежками, ну. До сих пор не научился рыбу держать. О, Мишка ушел, а удочка у него ловит. Взяли за пятки соседи. Сейчас какой-нибудь лещ как утащит ее. Присели, да. Будет знать присели, потом. Присели, так удобнее будет идти. Где мое семейство? Мы его ждем. Вообще клёва нету, поехали. Так что пусть они там бегают. Вон корова веселая ходит. Ну вот, пришла моя мафия семейства. Идет Рашид. Привет, привет. Так, тесть Володя идет. Женуля, Герусик, привет всем. Скажи привет всем. Папа, ты нас позвал, у нас щеки замерзли. Вы уже замерзли? Привет. Греться пойдете? А мы не очень поняли, почему эти пакеты тащим мы. Нету рыбы пока. Ты говорил, как мы воду найдем. Вот. Вон вода, видишь, лунка. Дырка во льду, там рыба живет. А вот это проварежка зачем? А это этот снег доставать. О, может быть даже клюнула рыба. Нет, не клюнула. И что? Если легко идет, то значит не клюнула? Да, значит не клюнула. А если тяжело, ну, там рыба, значит. А там лед же, как ты ее достанешь? Не, нормально. Это шуга, крошка. А, ну видишь сама как ловит. Ты ёжик, ты замерз? Пойдем смотреть, что там рыбки делают. Да. Ну, где там рыбаки? Вон рыбаки. Кто поймал? Никто не поймал. Мишань, ну как? Так, ребята. Все, уйдем. Оттянем.
искрится. Я в валенках по льду вперед иду. Мне в выходные дома не сидится. Ведь всю неделю я рыбалку жду. Ворчит жена, что мало помогаю, что занят вечерами ерундой. Я чертиков кручу, крючки паяю, зато я рыбку приношу домой. Ах, ёршики мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. Мне, что рыбка золотая на мой попалась на тройной крючок. Теперь пускай исполнит три желания, потом на волю, я не дурачок. Хочу я лыжи, валенки и санки, и в Арктике хочу на льдине быть. Жена меня там точно не достанет, и буду там спокойно я удить. Ёршики мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. Раз друзья связали руки, чтоб я скромней показывал улов. А я сказал им правду, что у щуки глаза в кулак и весит будь здоров. Друзья пускай маленько посмеются, ну а жена не будет скалку брать. Они же знают больше всех на свете, люблю зимой я рыбку потаскать. Ах, ёршики мои и окунёчки, цепляйтесь за мормышку поскорей. Проходят быстро зимние денёчки, когда из лунки тянешь окуней. Эх, у Гергерыча тоже не клюёт. Рыба, это ребрышки. Иди, предатель. Нет. Ходи. Нет, не уйду. Я тут на вторую порцию. Че? Плотней, плотней, клади. Еще есть, да. Соревнование была ракета. Ну и рыбаки собираются все. Рыбу мерить. Еле волокуши несут и ящики. Полные рыбы. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну чё, где рыбу сдавать? Ну вот, ловить уметь надо. Ну что ж, мы попозже зайдем тогда. А, ребята, сейчас мы на льду такой сделаем мясо вкусный. Я думаю, главный приз наш.
Да, главный приз и так наш. Вы видели мурку нашу? Мурки сразу половину призов отдают, все. Народ, короче, как обычно, повезет или вчера, или завтра повезет. А сегодня никак. Сегодня мы просто радуемся хорошему празднику. Посмотри, что у нас получается, а? У нас самая лучшая рыба. Самый крутой приз будет — это съесть вот это вот мясо вкусное. Во, ребят! Все идут, нюхают, подманиваются к нам. Хотя бы сфотографироваться, говорит, дайте, ладно уж, еду не просим. На фоне этого замечательного мяса. Да. На фоне мяса я даже нюхать не даю. На шерп даже не смотрит. Все голодные на еду там сидят. А мы тут, опа, этот, гриль, тепло у нас, удочка сама ловит, сидит, короче, только ничего не поймалось. Ребят, так хорошо, когда можно заняться не только рыбалкой. Вот не клюет рыба, зато у нас мясо клюет. Ну что, ребят, мне кажется, все, мясо готово. Будем сейчас закладывать вторую партию. А эту мы пока уберем до поры до времени. Авана. Авана. А, пойду я проверю, может и не прожарилась, кстати. Что-то кровью пахнет. Кровью пахнет. А меня с тобой возьмешь? Да, возьму я тебя. Мы без съемок будем, без камер обойдемся. Не надо тут мне ваши тролля-ля. Тут можно без кипка вообще ловить. Она же вот. Так, ребята, подходим к бандуру. Что, не попадет в резонанс? Гера, ты уху кушаешь? Вкусная? Не убегает, мама. Ребятки, ну что ж, продолжаем встречать подписчиков. Да. Вот, пользуясь случаем, можем передать приветы. Да, ребят, всем привет. Всех, во-первых, поздравляю с таким мероприятием, как «Народная рыбалка». Это действительно массово. Можно посмотреть, сколько много народу приехало сюда. Герасим Васильевич, Михаил Юрьевич, все здесь. Так что вот такая вот техника. И еще раз всех с праздником. Молодцы, смотрите, продолжайте канал. Ставим лайки. Спасибо. Ты, Герыч, поймал рыбу-то самую большую. Да. Медаль ему дали, золотую медаль дали. Вот еще. Настоящую. Его свои. Червяки свои. Еще свои будут. Да. Ой-ой-ой-ой, ну класс. Поздравь ты, скажи мне. Гер Герыч, класс, поздравляем мы тебя. Вертолет, смотри, да, летает он красиво. Как он. А тут у нас теперь сидят картошки с беконом в фольге. Запекаются. Вот, ребят, Мишка съел своих опарышей и закручивает удочку. В этот раз я их ел сырыми. Не дождался баранину. Ну что, ребятки, будем мы кушать. Вот наше мяско, вот наши перцы и картошки. Мишать, давай кушай. Попался! Давай мама покажет. Вот у нас главный рыбак. Со своей пошел. Ну а так все, конечно, проходит весело, разнообразно. Там каждый может найти развлечение себе по вкусу. Сейчас выступает группа «Дюна», а мы только-только, ребят, закончили кушать. Я тут быстренько приготовил три блюда. Это перцы, картофель с беконом и бараньи ребрышки. Мы все это съели, опять глаза закрываются. Шут с ней, с рыбалкой. Хорошо посидели, отдохнули. Посмотрите, весело как. Отлично, просто Мишка, молодец! Один, один! Где?
душа, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобой.